Город-сад в 20 минутах езды от Твери. В Эмаусе стартовало строительство современного коттеджного экопоселка на берегу Волги. Помимо живописного расположения рядом с речной акваторией и сосновым бором, преимущество города-сада и в том, что он находится рядом с платной трассой, откуда можно быстро добраться до двух столиц. Строительство поселка площадью 11 гектар происходит при поддержке группы компаний «Элькоммерс». Компания «Элькоммерс» выступает в качестве соинвестора данного направления и участвует как основной источник поступления средств. Проекты такие как «Город-сад», застройка коттеджных поселков, элитных поселков, экологически чистых поселков. Это замечательная возможность для вложения денег в долгосрочные перспективы. Как всем известно, инвестиции в недвижимость – это фундаментальные долгосрочные инвестиции, которые за собой тянут определенную пользу не только для инвестора и для этой стороны, но и для муниципалитетов. Муниципальные власти с энтузиазмом отнеслись к строительству нового поселка, поскольку это дает немало преимуществ. И главное, учли пожелания жителей Эмауса, отметив на публичных слушаниях, что стройка не станет дополнительной нагрузкой на сети поселения. Я считаю, что это достаточно амбициозный проект, то есть перспективный и нужный для самого поселения. То есть он тащит за собой, естественно, и развитие инфраструктуры, дорожной сети. Естественно, это налоги, которые пойдут в бюджет поселения. Проектом предусмотрена непосредственно своя трансформаторная подстанция, которая на сегодняшний день уже находится на территории поселка. Также ведется проект именно по газовым системам, и ГРПШ будет установлена, соответственно, тоже в поселке. Жителям экопоселка будет предложено два вида систем водоотведения – центральная канализация и септики закрытого типа, безвредные для окружающей среды. Береговая линия останется открытой для жителей Эмауса, будет благоустроена и станет прогулочным променадом. В дальнейшем здесь планируется также постройка яхт-клуба, то есть это будет причал, это будут комплексные рестораны, это будут детские площадки, воркаут-зоны, зоны отдыха, парковая зона, частные детские садики, аптеки, магазины, видеонаблюдение, это охрана, обслуживающая компания, которая в свою очередь будет стричь газоны, подметать улицы, вывозить мусор, убирать снег и так далее. Это все то, что необходимо для полноценной счастливой жизни человека. Застройщик предлагает несколько вариантов проектов домов площадью от 130 до 190 квадратных метров и таунхаусы. При этом можно сделать индивидуальный проект собственного дома, который будет соответствовать общей концепции и выполнен в едином архитектурном стиле. Сейчас мы видим поле, где будет располагаться сам поселок. В следующем году здесь уже будет порядка 8 домов, которые будут введены в эксплуатацию. Соответственно, подведены электричество, газ. Ну, я думаю, что мы даже успеем сделать здесь дорожную сеть. И если первые новоселы заедут в новые дома уже в следующем году, то полностью закончить проект застройщик рассчитывает в ближайшие 3 года. В перспективе у застройщика и инвестора растиражировать модель города-сада и возводить подобные экопоселки по всей Тверской области.